Наверное, самое главное и самое первое, да, о чем я всегда вспоминаю, это тот коллектив, где я работаю. Это прекрасные люди, очень отзывчивые, добрые люди с горящими глазами, которым нравится то, чем они занимаются, нравится их дело. Вот я стала частью этого коллектива, нашла там друзей. Это, пожалуй, самое такое приятное воспоминание, да, о годах обучения в университете. Но также, если мы говорим про научную какую-то деятельность, то мне больше всего запоминается, и я горжусь экспериментом, который мы провели на Международной космической станции. Мы продолжаем его сейчас проводить в том числе, потому что меня с детства привлекал космос, полеты, нахождение на МКС. И вот здесь так случилось, что моя профессиональная деятельность, научная деятельность, да, тоже с этим столкнулась. Я в невероятном восторге нахожусь. Мне удалось побывать в звездном городке, в центре, где готовят космонавтов к полетам. Это вот самое такое, наверное, приятное воспоминание, о чем я ребенком не могла даже мечтать. И когда поступала в университет, тоже даже не могла представить и задуматься о том, что вообще такое возможно. Ну, так и сложилось.